тебя раскусила. Лолы. Не надо кусать. Играй. Легко тебе говорить. Что за белых? Это точно. Эй, ты чё? Ты чё плевать надумала? Давай, тихо. Голову к коленям, давай. Чё? Ниже. Бля, ты даёшь. Чего? У тебя всё нормально? Просто укачала? На. Все намасте, слова кистень, сломанный фундамент, крайний из четырех стен. Головы на росы, побитый кластер, беги пока биты, бас лупят будто кастет. Выведет она, ну по темне до густей, ибо к этой лирике да. Неприменимо. Забираем свои вещи и выходим по одному. Строимся около автобуса. Меня вшит, будто старина стем. По-любому те, с кем дальнитами летели мы векторами. Век помнят, не перегорели коннекторы на гектор. Тяну не навалом адептов, а не тех, кто забуалирован под эффектами. Дабы за гендер нелепый гон сбить этими рифмами, выдам залпа македонски. Больнее розги, пока не поздно, в путь стоит набрать бы воздух, брудь. Будто лего перекидаю, бит на детали, пока дали силу мутим и дали, топим педали. Будто бы титаник куплет и впитает бумага по клаве, давим, это не металлика на гитаре. Когда мы брали те вертикали, то не забывали, как дались нам эти медали, но контору не пали мы правильно. Не перед кем мы нечего мне заманивать, вавилом, блядь, туканит и балом будем тут править мы. Не бей по низам круг, топи только за круг, коли твои слова хут, роли у пора. Смотри, учись, давай. Не убрал, урод! О, тихо. Чё так грубо, у меня руки золотые. Ни одна тёлка не жаловалась. Опа. О, Супермен. Ты чё, хорош? Тихо. Что происходит? За этот урод её харасил. Он меня за задницу схватил. Алексей Дмитриев возвращается отбывать срок. Ты исключен из программы. В смысле? Гади. Рамысь. Да успокойся, я пошутил. А как же второй шанс? Это он и был. Вы просите поддержать проект, где вместо заслуженного наказания эти, как вы их называете, дети, сходят в турпоход. И что? Это поможет? Программа экспедиции предполагает, что ребята будут работать на тропе, проходящей через перевал Скорбный. Вам нужно напомнить, почему его так называют? Не надо, мы знаем. Там постоянно гибнут люди. В прошлом году трое. А мы изменим это. Сделаем тропу безопаснее. Там уже идут предварительные работы. Соответственно, ребята сделают что-то нужное, полезное. Почувствуют, что могут быть важны для общества. Маргарита Игоревна, руководитель проекта «Второй шанс», штатный психолог в СИН, изучила международный опыт, где эти программы успешно себя показали. Адаптировала их под наши реалии, морочила, честно говоря, мне голову всем этим целый год. Я понимаю ваши опасения, я тоже сомневался и сомневаюсь, но после указа президента провести работу с целью снижения процента рецидивов среди молодежи и подростков, я подумал, почему не попробовать? Получаем спецодежду, заходим внутрь и переодеваемся. Переодеваются все. Личные вещи в коробке и тащим сюда. Давайте, бегом. Все личные вещи в коробке, телефоны тоже. На обратном пути заберете, если вернетесь, конечно. Блин, поверь, это случайность. Люблю тебя, мой самый неслучайный. О, кайф. В тюрьме отобрали, думала, с концами. Здесь вы не в тюрьме. Вещи ставим на стол и телефоны тоже сдаем. Цифровой детокс. Люся. Как член прилип. Эй. Я на блоке с пацанами сразу вижу цель.
Это Лали, сам на спальне видит XXX. Че уставились, ублюдки? Ваши стручки самые крутки. Мой косяк большой член, я легенда, ты нет, мэн. Все, Мишка, у нас телефон забирают. Так что ты там будь молодцом. Ни с кем не ссорься. Я скоро вернусь, все будет хорошо. Мы с тобой совсем справимся. Целую тебя. Хоть ты этого и не любишь. Не-не, психолог, подожди. Это тебе не сиги у школьников искать. Тут тебе уголовники малолетние. Вернись, пожалуйста. Дарья, ты следующая. А что сразу Дарья? Я жду. Сейчас. Эй, вы что там? Да ну давай уже, а? А тут до утра с тобой церемониться. Чего у тебя там? Давай, показывай. Крестик, думала, потеряла. Не надо психовать. Или сиськи мои заценить хотите? Сиськи твои полстраны уже видели. Эй, Дарья. Сдержанность. Помнишь, мы с тобой об этом говорили? За шахматы? Нашелся гроссмейстер поумнее тебя. И тебя. Сомневаюсь. Можно рюкзак? Он хоть и ребенок, умнее любого взрослого. Ну, если честно, на мамашу ты не тянешь. Стой! Да стой ты! Крестик спрячь. Спасибо, что не сдала. А в следующий раз дам. Ясно? Это еще кто? Кто-кто? Кусто. Кто? Забей. А вы откуда? Из Батуми. Родился там. Ну, здорово, Батуми. Ой, красавица. Зови как хочешь, главное, улыбайся. Гурам, привет. О, Рита! Привет, дорогая. Как ты? Рад тебя видеть. Друзья, это Гурам Чиковани. Он профессиональный альпинист, наш проводник и инструктор. Будет помогать нам бить тропу. В общем, слушайте его беспрекословно. Потому что горы что? Ошибок не прощают. Мы уже знаем. Молодец. Так и есть. Ну что застыли? Вперед, преступнички. У нас впереди много веселого, да? Давай, проходите. Посмотрите вокруг, как красиво. Здесь вы тоже часть природы. Без этого у вас ничего не выйдет. Нормально тебе работает, Толк. Это по работе. Ага. Мы не спрашивали. О, давайте, улыбайтесь. Скажите, сугуни! Какие вы все веселые, мама. Спасибо. Ой, держи, а то там.
Привет, Ромка. Так, я тебе сейчас все расскажу, но ты можешь, пожалуйста, сначала посмотреть в моей сумочке? Мне кажется, я оставила там свой талисман. Ну а как же ты так без него-то? Может, вернешься? Не начинай. Так, докладываю. В общем, первый день прошел нормально. Одного, правда, пришлось развернуть сразу, но это было предсказуемо. Вот остальные все вроде ничего. Фу-фу-фу. Ты как? Встал? Ну, твой талисман здесь. Как, впрочем, и я. А вот ты где? Погоди. Тут кое-что еще. Ты что, делала тест? А. Да. Ну и результат? Результат? Да. Следа. Погоди, стоп, Ритка. Про... Да. А, так, а... Мальчик, девочка. Что я несу? Стоп. Да уж. Погоди. Ты возвращаешься домой. Ну, Ром, ну что значит возвращаюсь? Нет. Ты возвращаешься домой. Ты сделала, ты знала и поехала все равно. Это... Ром, родной, прости. Не-не-не-не-не-не-не, никаких рад с родными так не поступают. Ром, я узнала за 2 дня. Ты меня бы по-любому не пустил. Так я сен хрен не отпустил бы. Ром, это моя программа. Я ради нее. Ради программы, да? Ну, все. Все, я не могу говорить, Рита. Я не могу. Я перезвоню, пока... Рита! Извини. Рита! Эй, помочь не собираешься? Слушай, я, конечно, все понимаю, но... Твою ж... Это, походу, ломка. Ой, подруга, ты че? Шевелим булками, молодежь. Отбой 22:00. Не успеете поужинать? Ваша проблема. Так а мы почти закончили уже. Чувак, иди сюда. Тебя как зовут? Марк? Матвей? Как? Матвей. Матвей, а? Матвей, ты у нас парень широкий. Встань-ка вот сюда. А? Вот так, стой. Аккуратней. На бок ее положи. Ненавижу торчков. Да, хорошего мало. Вечером, когда все разойдутся, приходи на берег. Сишки, что ли, пронес? Как? Задница, а как еще? Так ты не надейся, это не свидание. Спасибо, успокоил. Вот чай. Я вам не помешала? Погнали 37 пешеходов и 8 машин. Миша, что это? Ты же знаешь, что нельзя садиться в машины к незнакомым людям. Знаешь? И разговаривать с ними тоже нельзя. Миш, нельзя, слышишь? Да успокойся, мы познакомились. Андрей, друг Миши. Не угопники хотели мобилу отжать, чем мне надо было мимо проехать. Ой, я тебя знаю, ты из 17-го дома. И что теперь? Андрей, Катин друг. Правильно, жгем, друзья. Ну, конечно. Всегда пожалуйста. Ты скоро заканчиваешь, давай я тебя подожду. Аккуратно, порог.
каждый чемодан начинал бегать. Катя прошла 6574 дня. Поэтому Катя сегодня 18 лет! Ура! Здрасте. Подождите, у тоже есть подарок. Так. Держи. Ты, Гач, крутой там все в голове. Но с доской быстрее чемпионом станешь. 133, а не 32. Да ладно, что, реально где? Пешка лишняя. Белая? Ты это? Да. Ну-ка. В какой руке? Это. Это. Опа. Вот она. Так, и фокус. Ну-ка. Смотри. Почти готово. Так. Опа. Держи, чемпион. Иди сюда. Люблю вас. Живлый бачок. Да убери фонарь. Хорош меня стебать. Слышь, толстый. Еще один звук от тебя, я тебя втащу. Все, спи. Послушай меня. Так, ты меня знаешь, да? Я тебе отвечаю, я тебе, дела идут. Чего? Кто это сказал? Да пошел он! Я, сука, головой подписался, я тебе отвечаю, все будет. Мы ж, сука, не жвачкой торгуем. Задержал, не значит, не отдал, да? Так, я еще тебя ни разу не подвел, ни разу. Все вам будет. Да, и угрожалку свою знаешь, куда засунь? Да, договор. Давай. Что это? Андрей, что случилось? Во что ты вляпался? Скажи. Андрей, скажи, будем что-то решать. Ты только не начинай, а то уже, бля, решал. Ты чего? Открой. Мне открой. Ты что там, плачешь? Да нет, просто... Простудился, что-то нос заложило. А что ты так напряглась, котенок? С кем ты говорил? Да просто наш пацанский разговор. Мы так дела ведем. Ты что? Все нервничают, я бешусь. Что за дела? Блин. Китайские, корейские всякие детали для автогоня. Андрюш, я, конечно, влюбленная дура. Ну, вообще-то я не дура. Это что-то опасное? Ты боишься мне сказать. Андрей, а что бы ты ни влез, я с тобой. Слышишь? Котенок, ну чего ты начинаешь-то? Ну просто границы есть границы. Я обещаю поставку к первому числу. Она приходит 20-го. Все бесятся, ну и нервничают. Никто не хочет ждать. Я хотел ждать, пускай купит в магазе втридорога. Но? Можно было на колено вставать? Это курю много. Резко встать потом может не получится. Да? Да, это про колено. Да, это про я согласна. Я за тебя выйду, выскочу и даже выбегу. Только пообещай, что не будешь от меня ничего скрывать. Да когда я что-то скрывал, котенок? Хозяюшка.
пиво. Приготовишь? Приготовишь? Звон по ком звонит колокол, чья душа стала пустую полостью. Кому музыка, фон, стихи, горы, слов, полотна пола, как ляксы до полосы, внутренний голос. Я манит и две стороны, коли мы с ним на ты, морает на лист, то как этот мир листово. Видите, что значит истина быть, ибо мысленно передо мной мир на ладони, и мой дух в нем бился в неволе. Но покуда путь мой не пройден, станем подле со мной. Со мной вровень, вровень. Верь бредням, как бремя. Мир одна богадельня. Только вместе, как бремя. Мы сильнее, чем отдельно. Где бы мы ни были. Вот тут начинается наша тропа, которая, напоминаю, спасет чьи-то жизни. Давайте, не замираем. Разбираем инструменты и приступаем к работе. Заменили им срок условными рудниками. Молодец. Держи, Лев. Давай. Все разбираем. Ебать ты, Люсю. Ага, не мечтай. Проголодался. Папочка уже несет нам еду. Не отвечаешь, а? Или ты что, сам весь товар сторчал? Ты сколько времени уже нам обещаешь, а? Я что, мальчик за тобой бегать? Нет, я все отдам. Ну да, слово Тарчика закона, ты все знаешь. Походу, придется тебе объяснить, чтоб ты наконец понял. Не трогай его! Да никто его не тронет. Он просто посмотрит, подумает. Он же тебя любит. Да? Любишь? Стоять! Спасла. Хоть и сдать обещала. Дружбу. Слушай, ты, что непонятного? Я с торчками дел не имею. Дошло? Да я слезла. Ну да, конечно. Остав просто так, по фану таскаешь, да? Это как диета. Когда холодильник пустой, жрать хочется сильнее. Когда знаешь, что в любой момент можешь быть, раздел, держаться легче. Мне пофиг. Я там с врачом говорил, а мне жаль насчет ребенка. Вот прям очень. Че пришел? Ну, я хотел сказать, я машину продал, квартиры съехал, долг выплатил. Я знаю, это все поздно, но я соскочил.
вопрос закрыт. Я понимаю, тут прощения быть не может, но... Михе привет передай и соври, типа я в Индию уехал шахматом учиться. Подожди. Я понимаю, что ты был болен. Но мы же как семья. Типа мы... То есть мы и есть семья. Мы должны держаться вместе. Как там и в радости, и в любом дерьме. Котенок, я... Котенок, я... Ты не пожалеешь, я обещаю. Работнички. Что понастроят тут? Ритуля, вот ты объясни, а? Я вот 20 лет в Охре работаю, да? Знаю же, что говорю. Один раз преступник, навсегда преступник. Mm-hmm. И все, что можно сделать, это чтобы он боялся снова сесть. Сильно боялся. А хочешь что-то из него вытесать, вот возьми камень. Как я, Хоппи. С камнем спокойнее. Мурам, эти дети всю свою жизнь знают только страх. Может, им хватит бояться? Эй! Я тебе сейчас этим ломом по твоей тупой башке надаю! Че ты вякнул? На, попробуй! Мурам! Так, ребят, на сегодня все. Складываем инструменты. Все молодцы. Всеми горжусь. Еще у меня для вас есть сюрприз. Сдохнем мы не в тюрьме. Так, ребят, вон там наш лагерь. Мы здесь спускаемся. И оттуда 10 минут, и мы на месте. Да. Кринжово. Да я лучше здесь ночевать останусь. Я туда не полезу. Жопу, это преодоление. Меня жизнь к такому не готовила. Так, все успокоились. Это только на первый взгляд страшно. Да я уже трижды глянул. Знаете, вообще не легче. Нормально? Да. Все, теперь потихонечку шагай назад. Шагай и отклонись. Максим, выпускай потихоньку. Так, вот, молодец, молодец. Смелее, смелее, не бойся. Вот, шире, ноги шире. Все, смелее шагай назад. Доверься Максиму, он тебя страхует. Сама доверься, блин. Вот, молодец. Максим, выпускай потихоньку. Вот. Я этого жирного не удержу. Иди меня, ты чё? Да рот зашей себе. Ты держишь? Да-да, не ссы, бро. Давай. Держи. Я держу. Молодец! Ты чё, держи меня!
Эй, чувак, завязывай. Жирный! Меня тут ругают за тебя. Я, наверное, пойду. Ставлю на автопилот, неподавляемый блок. Я режу запретный блок, ведь небо открыло рот. Эй, ну что там у вас? Так, все, тормози, ты его пугаешь. Это мне. Нет себе. Дед. Еще раз ты меня понял? Ты понял? Ты понял? Ты у меня доиграешь. Эй, сюда кто нормально? Честь! Скажи спасибо, что мы не в Грузии. Там за неуважение разговор короткий. Чувак, тебе... Нет. Я с ним говорю. Нет, он тебя слышит. А этот первый начал. Ты рискуешь жизнью человека, который на тебя рассчитывает. Как это называется? Шлепок. Ладно, проехали. Проехали. Ага. Не мешай мне работать. Гуравы. Тогда. Ладно. Достань. Все. На воле иду в альпинист промышленный. Бабки нормальные. Поднимай! Ты что за прошлое не отсидел? Аккуратно! Чуть быстрее! Аккуратно. Тебе. Удобно с тобой? На всем положиться можно? Что? Мне тебе же всех спасать надо. М? Я еще на теме с Дашей, по-моему, кто-то такая. Это такие пьют? Попал. Раба любви. В зависимость падаешь, как собака. Ты за доброе слово готова ботинки всю жизнь вязать. Тебя использовать. И утилизировать. Придурок! Ты ничего про меня не знаешь. О, что, не позвонил? Чувак, прости, я не целую, чтобы не заразить просто. А ты закончил уже? Да нифига, еще одна доставка. Слушай, голова, жесть, болит. Есть что-нибудь дома, таблетка? Дай потрогаю. Да ерунда. Да, что? Что, есть? Да непонятно. Если есть, то маленькая. Слушай, ну куда ты не поедешь? На холодильнике в коробке парацетамол открой, выпей и ложись. Да, блин, я не могу. Мне корейские фильтры привезли. Люди весь день ждут. Давай сюда. Кого? Фильтр у тебя смен. Ты что? Адрес какой? Понятно. Ну, подарок закину. Блин. Святая. Нормальная. Ты мне больной зачем? Обязательно буду. Не донос. Остальное где? Лицом на землю, руки за голову. Лицом на землю, я сказал! Стоять! Стоять, я сказал! Чтоб тебя!
соображай. Молодец. Алло? Алло, Ром, ну, наконец-то, я тебе весь день звоню. Почему ты мне не отвечаешь? Занят, как и ты. Отдай! Отдай! Ром, пожалуйста. Ну, ты же знаешь, ну, я не могу, когда мы ссорим. Я тебя умоляю. Меня это съедает внутри, ну. А меня съедает то, когда ты нашего ребенка подвергаешь опасности. Ром, ничего, кроме хорошего, с нашим ребенком не случится. Ну и... Тем более, я вернусь домой. Срок будет всего 9 недель. Это... Ты вообще ни о чем. Даже полезно. Свежий воздух. Прогулки. Ром, это моя работа. И я ее люблю. Я... Хорошо. Ладно. Прости меня. Прости меня, пожалуйста, что я тебе все не рассказала. Ну, прости меня и все. Давай уже разговаривать нормально, как взрослые люди, ну. Пожалуйста. Хорошо, давай. Извини, у меня работа. Что, давай свои сигареты. Тут такое дело. И, короче, нет сигарет. Да подожди ты, Кать! Послушай, как тихо. Что тебе там делать? Здесь вон ни ребят, ни охраны. Давай, садись. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, давай. Все в жизни. Ты мог еще месяц назад представить, что тут окажешься? Ну, о таком я мечтать не мог. Крепло. Че, пососемся? Я иду спать. Все, согласен, кринжово вышло. Так, подожди, прости. Давай сменим тему. Как ты здесь оказалась? Они же вроде не сажают за красивые глаза. Ты просто не похожа на остальных. Ладно, все, давай ни о чем не буду спрашивать. Просто посидим. Ну, дай мне второй шанс. Посмотрим. Только больше мне никогда не ври.
черт! Твою мать! Читай, не можешь? Спокойно! Тихо! Какого хрена? Эй! Народ, сюда! Какого? Что за фигня? А ну пропустите! Ну разошли! Пропустите! Вы чего тут? Почему не в лагере? Тише, тише. Стоять! На землю лег! На землю, я сказал! Я вообще спал, слышишь? Это не он! Он со мной в одной палатке спал! Я на землю! Беги на землю! Ты от холода, вы что? Я на землю сказал! Дайте хоть за куртками сходить! Бегите! Это не мы. Не мы его убили. Легла на землю, сволочь. Легла на землю! Пустили! Пустили оружие! Отпусти ее, и мы во всем разберемся. Как? Как ты хочешь во всем разобраться? Проголосуем? Ты его грохнула! Вот видишь? Видишь? Менты сразу поверят. От крови отмоют, а? И поверят. А она наверняка их уже вызвала. Можете их тут подождать. А мы сваливаем. Так она-то тебя зачем? А учили же. В горах нужна страховка. Давай, ребятушки, больные на всю голову. Чувак, остынь! Успокойся! Дай сюда! Лежи! А чё? Дышь? Берите шмотки и еду! Быстро! Всем намасте! Слова кисть, тень, сломанный фундамент, крайний из четырех стен. В голове наросы, побитый кластер, беги, пока биты бас, лупят будто кастель. Не видит она, но потемнее до густей, ибо к этой лирике неприменима пастель. Либо в акапеллу шины накинут бастер, либо ритм в меня вшит, будто старина стэм. По-любому те, с кем дальнозными летели мы векторами, век помнят и перегорели коннекторы на гектор. Тина не навалом адептов, а не тех, кто запуалирован под эффектами. Да вы за гендер не левый дом, ведь этими рифмами выдам залпом македонски. Больнее розги, пока не поздно, пульс стоит набрать бы воздух в грудь.
Будто лего перекидаю бит на детали. Пока дали силу, мутим и вдали. Топим педали, будто бы титаник. Куплеты впитает бумага по клаве. Давим, это не металлика на гитаре. Когда мы брали те вертикали, то не забывали. Как дались нам эти медали, но контору не пали мы правильно. Ни перед кем мы нечего мне замаливать. Вавилом в лету канет и балом будем тут править мы. Не бей по низам, друг, топи только за друг. Коли твои слабо тут в роли рупора. Мои люди, мой круг, под невидимым пунктом, но единым крупным и куполом. Не бей по низам, друг, топи только за друг. Коли твои слабо тут в роли рупора. Мои люди, мой круг, под невидимым пунктом, но единым крупным и куполом. Биты будут лопы, так это пульты, блоки. Это когда флоу атакуют, так и лоу-кик на битлок. И потом из видной полки залетает, будто бы в эпике битвы Толкина. За нами толпы, но мы не секта-братицу. Мы псевдотрапезы, воля сеткой рабицы. Ибо свобода нам милей всего.